Бургер? Еще сока? Почему мы не завтракаем каждый день? Конечно, каждый день. Завтрак – это важно. Нет, почему мы с тобой не завтракаем каждый день? Я бы рад, но... Мы же с мамой не живем вместе. Почему? Иногда. Так бывает у пап с мамами. Давай каждое воскресенье мы будем завтракать. Только ты и я. Согласен? Yeah. Yeah. Побольше, поменьше? Yeah, побольше. Побольше. Here we go. Вот так.